Всем привет! Сегодня мы приготовим вариацию блюда из мексиканской кухни чили кун карне. Итак, поехали! И для начала добываем огонь. И после чего ставим сковороду. Затем добавляем чуть-чуть масла. И сразу же отправляем фарш. А пока обжаривается наш фарш, нарезаем лук и чеснок мелко. Начинаем с лука. Затем все это дело отправляем к фаршу и ждем, пока лук приобретет золотистый цвет. Сразу же добавляем острых приправок и сольку. После того, как лук обжарился, добавляем томаты чищенные и красную фасоль. Все это дело перемешиваем и ждем, когда выкипит жидкость, станет соусом. Периодически помешиваем. У нас уже почти все готово. Смотрите, жидкость выпарилась. Это означает, что мы сейчас будем кушать. Отставляем на пару минут сковороду и ставим другое. На сковороду ложим лаваш, немножко его обсушиваем. И сразу же сюда добавляем наше блюдо чуть-чуть. И сыр. Накрываем другой стороной. И блюдо наше готово. Ну что, осталось только попробовать. У нас получилось остренькое, сочненькое и очень вкусненькое блюдо. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!